Всем привет. Решил переделать. Против туманков стоят вот такие кукурузники. Я решил туда впаять вот такие вот Г4 светодиодные лампочки. Они полностью защищены от влаги. Полностью резиновый корпус. У меня осталась еще одна, это на другую сторону. Когда другая сторона перегорит, я поставлю там вот такую вот лампочку. Яркость у нее маленькая. Сколько здесь написано? 2 ватта. 200 люмен. Но у меня противотуманки используются как ходовые огни. Лампочка в таком прозрачном герметике. Светодиод большой. Сейчас пойду поставлю, покажу вам, как это светится. Попробуем сравнить, как светит кукуруза. И вот эта лампочка. А вот старая кукуруза. Она очень быстро перегорела. Буквально месяц, наверное. Сейчас здесь светится один светодиод. Все остальные можно присмотреться. Вот черные точки, это они перегоревшие. То есть практически все перегорели. Здесь намазан каким-то герметиком, который неизвестно для чего нужен. В общем, все, пошел ставить.